В 11 серии турецкого сериала «Нападающий», который выйдет на экраны Турции 12 марта, мы увидим следующее событие. Джунейд решил организировать ловушку и намерен воспользоваться теми подсказками, которые Кемаль оставил после себя. В школе появился инспектор, и он принял совсем неожиданное решение в отношении Фатиха. Когда Наргиз встретила Мерьем, и то, что она ей сказала, заставило журналистку принять новые решения. После того, как в руки Кемаля поступила очень важная информация, имеющая отношение к смерти Юсуфа, то он решил еще раз допросить Айлин. Он намерен докопаться до правды, во что бы это ни стало. Но когда Джевдет узнал о том, что Айлин была вызвана в полицейский участок на допрос, то это обстоятельство его сильно взволновало. Он переживает за Айлин, что ее смогут запугать, и тогда она скажет то, что не должна. Кемаль старается тщательно скрывать от всех важную тайну. Только Джунейд постоянно следит и идет по следам его. В суде Бешикташ состоялось тайное заседание, на котором было принято решение об аресте. Орхан считает, что зять Фатиха кого-то очень сильно напугал. Фатих говорит о том, что Джунейд занимает место в отряде особого назначения. Фатиху удается обнаружить месторасположение Лукаса, и он сразу же отправился к нему. В этот момент Кемаль оказался в смертельной опасности. А мы напоминаем, что 11 серия турецкого сериала «Нападающий» выйдет на экраны Турции 12 марта. Спасибо вам за просмотр!